происходит обратная реакция, и он опять становится прозрачным. Чтобы сохранить чеки, храните их в темноте. А особо ценные фотографируйте. Теперь ты знаешь. Нарушили технику безопасности. Двое погибших в результате падения лифта в президент-отеле. Последняя информация о происшествии в начале часа. Атака Эльзы. Новый циклон, который пришел в столицу, принес снегопад, рекордные перепады давления и температуры. Что ждать от погоды дальше? Омикрон бьет рекорды. Заболеваемость этим штаммом растет не по дням, а по часам. Будут ли новые ограничения в России и мире? Курс валюты как с цепи сорвался. Обменники несколько раз за день меняют цифры. Что происходит на рынке? В прямом эфире Светлана Ключникова. Полночь в столице, это прямой эфир телеканала «Москва-24». Сейчас о главном к этой минуте. Дело по статье о нарушении техники безопасности возбудил Следственный комитет. Два человека погибли в результате падения лифта в московском президент-отеле. По предварительной информации, кабина пролетела.